Привет, я Гера Стрезов. В одном из своих последних видео я провел большой конкурс для моих зрителей. Вы должны были сделать селфи в приложении Line Camera и добавить на него специальные стикеры. Я просмотрел сотни селфи от участников и отобрал 5 победителей, работы которых мне показались самыми креативными и крутыми. И именно эти ребята получили от меня наборы фирменных призов Line. Так что я еще раз поздравляю победителей. А теперь угадайте, о чем это видео. Может быть, это стикеры в реальной жизни 2? Да! Это стикеры Line в реальной жизни, вторая часть. Ой, привет, держи. Ой, на улице такой дубак страшный. А где Сникерс? Я ж просил. Ой, забыла. Ну ничего, сладкое же вредно. Слушай, а вот ты никогда не думал, почему у Дианы Гурцкой нет Инстаграма? Жри кашу! Мой посуду! Уроки делай! Сынок, что делаешь? Чего? Может, тебе хватит? Мне кажется, тебя уже хорошо накрыло. Пупыркин, а где твоя работа? Ее собака съела. Понимаю. Ой, но ты это так не оставляй. Вот я свою уже давно усыпила. И вырезал ей сердце. Это что? Вот я однажды в салоне попросила сделать мне объем и подровнять концы. А они мне сделали тупой каскад с прямым пробором. Прикиньте, кошмар! Короче, дебил, если даже списать, дам тебе потрогать одну сиську. Правую. Понял? Знаешь, тебе лучше не водить в таком состоянии. А ты чё, сыкло? Алло. Приезжай. Я не могу, у меня дела. А у меня месяки закончились. Для тебя! Сын, по-моему, этот кефир не свежий. Забей, мам. Пупыркин, у тебя все хорошо? Да! Продолжайте! Ну, что сказал доктор? Да, ничего серьезного. Я просто немного устал. Хорошо. Я тоже подумал, что...
Это все. Спасибо за ваш просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Смотрите мои новые видео. Я Гера Стрезанд. Пока. Да вы не получите эту работу, вы же невменяемый. Но я готов работать бесплатно и без выходных. Правда? Нет, я хотел посмотреть на ваше лицо. У вас отличное лицо. Хочу себе такое же. У меня дела. А равно его сели... Там. Хорошо. Я тоже подумал, что... Это все. Спасибо за ваш просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Смотрите мои новые видео. Я Гера Стрезанд. Пока. Да вы не получите эту работу, вы же невменяемый. Но я готов работать бесплатно и без выходных. Правда? Нет, я хотел посмотреть на ваше лицо. У вас отличное лицо. Хочу себе такое же. Просила сделать мне объем и подровнять концы. А они мне сделали тупой каскад с прямым пробором. Прикиньте, кошмар! Короче, дебил, если даже списать, дам тебе потрогать одну сиську. Правую. Понял? Знаешь, тебе лучше не водить в таком состоянии. А ты чё, сыкло? Алло. Приезжай. Я не могу, у меня дела. А у меня месяки закончились. Всё для тебя. Сын, по-моему, этот кефир не свежий. Забей, мам. Пупыркин, у тебя все хорошо? Да! Продолжайте! Ну, что сказал доктор? Да, ничего серьезного, я просто не могу... Привет, я Гера Стрезанд. В одном из своих последних видео я провел большой конкурс для моих зрителей. Вы должны были сделать селфи в приложении Line Camera и добавить на него специальные стикеры. Я просмотрел сотни селфи от участников и отобрал 5 победителей, работы которых мне показались самыми креативными и крутыми. И именно эти ребята получили от меня наборы фирменных призов Line. Так что я еще раз поздравляю победителей. А теперь угадайте, о чем это видео. Может быть, это стикеры в реальной жизни 2? Да! Это стикеры Line в реальной жизни 2 часть. Слушай, а вот ты никогда не думал, почему у Дианы Гурцкой нет инстаграма? Like the ostrich, the mole.
Жри кашу! Мой посуду! Уроки делай! Сынок, что делаешь? Ничего. Может, тебе хватит? Мне кажется, тебя уже хорошо накрыло. Пупыркин, а где твоя работа? Ее собака съела. Понимаю. Ой, но ты это так не оставляй. Вот я свою уже давно усыпила. Угу. И вырезал ей сердце. Это что? Вот я однажды в салоне попросил... Ой, привет. Держи. Ой, на улице такой табак страшный. А где Сникерс? Я ж просил. Ой, забыла. Ну ничего, сладкое же вредно. Like the frog.